Это новые танцы на ТНТ. Суперфинал. И мы начинаем. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four track busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. А сейчас я расскажу о сегодняшнем концерте. Неделю назад мы узнали имена четырех победителей в категориях соло, дуэты, дети и команды. Каждый из них стал обладателем приза в 1 миллион рублей. А сегодня мы узнаем, кто станет абсолютным чемпионом сезона и добавит к своему выигрышу еще 6 миллионов рублей. Итак, в суперфинале будет 3 батла. Сначала по 2 участника сразятся один на один. А победители этих противостояний встретятся в главном батле сезона. Люди, которым сегодня предстоит сделать судьбоносный выбор, наши судьи. Она впервые в жюри, но ее танцевальное прошлое и острый ум точно помогут принять объективное решение. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава. Наконец-то! Наконец-то! Человек, который стал глотком свежего воздуха не только в танцевальном мире, но и в нашем шоу. Хореограф и режиссер Владимир Варнава. Он досконально знает каждого участника, ведь он сидит в жюри с самого первого выпуска. Постоянный судья проекта Мигель. Ну что, суперфинал? Какое ощущение, Катя? С тебя начнем. Невероятное ощущение. Дело в том, что, говорю, я впервые вообще в жюри. Это совершенно, наверное, самая крутая программа в мире. Вот. Поэтому, конечно, я дико волнуюсь. Я вся трепещу. Я волнуюсь. Говорила, что я волнуюсь? Да, ты говорила, что ты волнуешься. Вот. И я, вообще сейчас я в целом от всего волнуюсь. От того, что много людей, от того, что рядом мой кумир Мигель, от того, что через него сидит, возможно, мой муж. Никто об этом не знает. Или брат. Или сын. Вот. Мы с тобой, вот, наконец, вот так встретились. И это все очень волнительно, очень приятно. И приятно, что это еще такая предновогодняя вся история. И все это очень меня вдохновляет. И я надеюсь, что я выйду отсюда абсолютно наполненной, счастливой женщиной. Спасибо, что ты с нами. Вова, как у тебя настрой? Слушай, ну я, во-первых, рад, что семья воссоединилась наконец-то.
кто вы друг другу, можете сказать? Ну, мы родственные души, это как минимум. Так. Как минимум. Да, я в предвкушении шоу. Батла. Файт. Окей, он будет? Он будет. Мигель, волнуешься? Да. Ну, я и волнуюсь, и одновременно жалею тем, что так все быстро закончилось. Это есть. Да, все так пролетело, и столько участников было. И поэтому я вас всех поздравляю с тем, что это все, во-первых, началось. Мы невероятно круто продолжили тот проект, который у нас был до этого. И вот такое вот продолжение великое. Вау! Это вау! Это же вау! Блин, я вот сейчас чувствую, что это прям конец. Прям финал. Ну что, ребята? Что, начинаем? Начинаем. Поехали. В целом, путь действительно был интересный у нас с Сережей, и мы довольны тем, как мы шли по проекту. Если честно, изначально меня Галя немножко сподвигла пойти. Я говорю, Сереж, я говорю, мы можем с тобой провести интересное время. Если вспоминать самый первый круг, то там как раз было волнение чуть больше, потому что мы вообще не знали, чего ожидать. И первые круги как-то прошли немножко более... неизвестно. Давайте просто совместно. Раз, два, три. Так будет интересно. Раз, два, три. Галя и Сергей выходят в финал. Минутка статистики. Все этапы мы проходили 3-0. Кроме последнего. Более на 1%. Я просто в какой-то момент очень правильно улыбнулся одной девочке. И она такая, ну тут все понятно. О, мои экспериментальчики, Галя СТК. Мне кажется, это загадочные персонажи, от которых никто не ожидал этой победы. Я сразу сказала, что они будут точно в суперфинале. Их стиль и как они его преподносят, и техника, это уникально. И они иногда копаются в таких вещах, куда ты сам не полез. И оттуда не достает такое, что ты можешь сказать «ах» и все. Я их фанатка. Я очень рада, что они прошли. Я бы была очень рада, если бы они выиграли. Мне кажется, сейчас самый будет сложный этап. Вот сейчас. А мне кажется, самый простой. Мне безумно понравилось. Вы, конечно, плохие ребята. Почему? Потому что шансов не оставляют команде до вообще никаких. Всем остальным мы желаем большой удачи. А нам чуть-чуть больше удачи. Мы с тобой, как мотоцикл и пустыня. Я рука, ты дверь, пусти меня, ты ложь и гордыня. Боюсь, как огня, мы с тобой, как белый лист и карандаш. Будь правдив и чист. Когда мое сердце отдашь? Когда отдашь? Первые люди были поэты, дали вещам имена. Я сохранила твои секреты, ты же назвал меня. Нас мало любили, мы малые дети, ослепшие от красоты. Кто видел когда-нибудь ветер? Ни я не видел, ни ты. Выжечь на сердце железом раскаленным. Четыре наши слова, хочу быть всегда влюбленным. Выжечь на сердце железом раскаленным. Четыре вещи слова, хочу быть всегда влюбленным. Выжечь на сердце железом раскаленным. Четыре вещи слова, хочу быть всегда влюбленным. Выжечь на сердце железом раскаленным. Четыре вещи слова, хочу быть всегда влюбленным. Он знает, он очень плохой. Oh,
Кать, как твои ощущения? Ну, я так понимаю, что первые вышли сюда абсолютные фавориты для всех здесь, да? То есть зал... Сейчас из каждой категории есть фаворит. Сегодня это сборная чемпионов. Я могу просто сделать вывод, поскольку я в первый раз в этой студии, могу сделать вывод именно исходя из того, как вас встречают. Передо мной стоят два абсолютно самодостаточных, полноценных и невероятно друг с другом похожих человека. Я готова смотреть на такие номера и вот на такой номер. То есть мне не хотелось, чтобы он заканчивался. Мне было вас мало, а это значит от того, что вы сделали совершенно грандиозный номер. Спасибо вам. Прекрасно. Вова. Во-первых, вас хочется поблагодарить. Я бесконечно радуюсь тому, какой вы выбираете способ доставки до зрителя своих идей. Это легкость, ирония, с которой вы... Как бы вы, собственно, и не напрягаетесь, а получаете бесконечное удовольствие. И за это вас благодарю. Спасибо. Спасибо, Владимир Мигель. Поздравляю вас, вы в финале, это круто. Суперфинале, друзья. Суперфинале. А этот номер, он, знаете, он как вишенка на торте. После всего того, что вы показывали, вот это прям вишенка на торте того, что вы представляете из себя. Это очень круто. Мы вас отпускаем, ребята, но ненадолго. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Пятнадцать недель российские звезды выживали в диких условиях. Жизнь дороже, заберите меня отсюда. Но только легендарному футболисту Вячеславу Малафееву нужно сделать максимум, что я могу сейчас. И популярной тиктокерши Юлии Гаврилиной удалось дойти до финала. Это реально лучшее, что было в моей жизни. Смотри, кто станет победителем первого сезона «Звезды в Африке». Такого еще не было никогда в истории этого лагеря. «Звезды в Африке». Финал в воскресенье в 8 вечера на ТНТ. Неделю назад мы узнали имена четырех победителей в категориях «Соло», «Дуэты», «Дети» и «Команды». Каждый из них стал обладателем приза в 1 миллион рублей. А сегодня мы узнаем, кто станет абсолютным чемпионом сезона и добавит к своему выигрышу еще 6 миллионов рублей. Ну что, все готовы? Я приглашаю Агнию на эту сцену. Мы представляем стиль фрейма. Команда образовалась в феврале 2013 года. Есть ощущение у всех того, что просто нужно заканчивать и идти дальше всем. Теперь проект — это наша финальная точка. Я счастлива вообще, что я видела такое. Вы самая трогательная женщина на таких высоких каблуках, которых я видела. Мы сильные и всегда такими были. Просто это не наши чемпионаты, к которым мы привыкли. Доля сомнений, где-то она была меньше, где-то она была больше, но она всегда была. Соперники у нас были серьезные. Мы команда «Фраулис Тим» из города Новосибирск. Ну, типа, говори, мировые звезды. Я сделаю свой выбор сейчас. Может быть, для кого-то он покажется странным. У меня просто нет слов. Это невероятный уровень. Именно показать фреймап с разных сторон, ну, мы думаем, у нас получилось. Мне кажется, мы зрителя удивили. Я не знала, что можно сделать фреймап веселым. Была серьезная конкуренция на финале. Суперстар вышел какой-то со своими суперстарами. Цыганов, да. Все немножко устали, даже не физически, а больше от постоянных переживаний, волнений. Когда мы дотанцевали, всех пробрало.
Да, более чем. Это был очень серьезный номер, и за него мы переживали так, как ни за какой другой. Девочки, на мой взгляд, это было безупречно, поэтому я голосую за вас. Это действительно было идеально. Мы прошли этот этап, я это понимала и все равно рассчитывала, ну, на то, что мы не можем не дойти до конца. Ну, просто не может быть такого. В плане там того количества часов, которые недель и даже месяцев мы провели вместе, готовясь к этому проекту. У нас еще есть два номера. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально круто показать себя и чтобы победить. Вопрос, почему часть команды осталась, часть... Почему вы разошлись? Это только композиция или смыслы? Наша команда существует уже около 9 лет. И следующий номер мы танцуем все вместе в последний раз. Мы вшестером придумали этот стиль, вели его, собрали огромную армию по фреймапу. И мы решили, что здесь... Сейчас мы разойдемся, но станцуем обязательно все вместе в последний раз. Последний раз за 9 лет будет следующий номер. Как-то грустно. Ну, вы и сами видите, как вы выступили в реакции зала. А, ты очень классно сказала формулировку «армия фреймапа», и вы просто... Сейчас была такая арт-атака, арт-армия. Артиллерия. Продолжай, Вов, у тебя получается хорошо, да. Я просто его люблю. Он просто мой мальчик, никого не отдам. Катюш, ну как? Я вам вот что скажу, девочки. Послушайте старую опытную женщину.
которая 15 лет проработала в коллективе женском. Не надо расходиться через 9 лет. Вы очень сильно об этом пожалеете. Если вы создаете что-то по-настоящему прекрасное и нужное людям, вы не имеете права просто никакого. Вы должны отдохнуть, подумать, разойтись на время, а потом соединиться и вновь создать что-то грандиозное. Вы не имеете права на это никакого. Что эта старая бабенка была права. Вы имеете право это делать. Нет, послушай меня, как человека, который разошелся. Это спор на ТНТ. Да, поехали. Я вам говорю, во-первых, что... Во-первых, люди, которые, проработав вместе столько времени, уже разойтись до конца точно не смогут. Женщины, они уже по-любому все вместе. Все потом, дайте им решить. Красивый. Прощание со своей командой ни у одного коллектива в России не придумано. Это очень красиво. Короче, девочки, я категорически против. Я против того, чтобы вообще это был последний ваш танец. Ну, пожалуйста, ну, люди, ну вы же... Так, стоп. Вы же полюбили. Если что, вдруг им еще один танец танцевать. Да, погоди. Они сегодня еще станцуют, Кать. Нет, я не хочу, чтобы сегодня это все заканчивалось. Пообещайте в этом ей, составе. Что это не будет заканчиваться сегодня, я не пожалуйста. Хочу. Просто я закажу вас на свой день рождения. Да, вот вы. Ну что, друзья мои, это суперфинал. Суперкоманда выступила, супердуэт уже выступил. И пора принять решение. Ну что, позовем ваших конкурентов? Ну что, к решению? Катя, начнем с тебя. Не знаю, вы считаете меня слабой, эмоциональной, истеричкой, какой угодно. Я просто люблю, когда женщины создают что-то по-настоящему прекрасное. Твое решение. Ну, поскольку это танцевальный батл, то сегодня явно прям перетанцевали для меня вы. На сцене шоу «Новые танцы. Талант и красота всегда вместе». Чувствовать себя уверенно и блистать нашим участникам помогает официальный стилист проекта «Эстель». «Эстель, у красоты есть имя». Новогодний выпуск «Я тебе не верю». В среду новое шоу, где все врут всем. Один из них – лучший Дед Мороз России. Дед Мороз номер один. Вы в танце. Сегодня я сделаю татуировку. С Мигелем. Нет! Ты веришь? Если ты реально сделал мое лицо, я сделаю себе татуировку просто с твоим именем. «Я тебе не верю». Новогодний выпуск. В среду в 9 вечера на ТНТ. Итак, в суперфинале будет три батла. Сначала по два участника сразятся один на один. А победители этих противостояний встретятся в главном батле сезона. Названия-то не было сначала. Знал, что будет какой-то новый проект. Я, как человек, который вырос на предыдущем проекте, думал, что же может быть новое. И я не ожидал такого формата. Раньше
Раньше танцоры приходили сольные и показывали себя. В этом году была возможность проявить себя с разных сторон, как в коллективе, так и в дуэте. Вот этот накал, он появляется с момента, когда мы все ждем, с кем мы попадемся в батле. И мне кажется, все ждут. Когда ты просто два профика сталкиваешь, это, конечно, очень интересно. И очень сложно принять какое-то решение. Поэтому есть эмоции, поэтому есть дискуссии, поэтому проект обсуждается. Все происходит очень быстро. То есть решение моментальное, и другого исхода не будет. Чтобы просто прийти на такой проект, рассказать о себе, показать себя и проявить себя, это дорогого стоит. Ну, что ж тут говорить, это лучшая танцевальная площадка страны. Сам проект реально хочет помочь танцору, творческой личности, что-то сказать. Во-первых, ты идешь абсолютно со своим продуктом, абсолютно со своим творчеством. Что ты хочешь, то ты и показываешь. Разрешает работать именно в своем стиле. То есть получается раскрыться на полную там катушку. Проект в итоге оказался намного больше, чем я этого ожидала. В какой-то момент это превратилось, в принципе, в часть моей жизни. Наша жизнь изменилась кардинально. Мы понимали, что нам будут писать, но что это будет в таком количестве, что это будет столько репостов, столько внимания, что люди писали такие развернутые огромные сообщения, просили вернуть нас, и мы все эти комментарии видели. Мы сейчас вернулись. Очень много разных и соло, и команд, и дуэтов, и они все хороши в своем. Но какой состав сейчас образовался на суперфинал, это очень достойный и по праву. То есть не случайность, а закономерность. Я выиграла категорию «Дети», нахожусь в суперфинале с такими невероятными соперниками. Мне нравится то, что мы сделали за 6 номеров какие-то самые важные грани каждого из нас. Вы вот из всех финалистов самые какие-то тихие. Копим энергию. Мы просто в селе. Моя задача – выйти и круто станцевать. И чтобы ни у кого вообще не возникло ни малейшего вопроса. Этот проект делает многие важные вещи. Он дает осознание людям того, что такое танцы. Он дает информацию для того, чтобы они это потребляли и впитывали. Вот, это очень круто, то, что канал такого масштаба развивает эту индустрию. We'll be right back.
спасибо за этот номер группе барабанщиков Васильев Грув. У нас следующий батл. Встречаем Крош Буги. Вот этот проект вообще создан таким образом, что действительно может выиграть ребенок, так как тебе может ребенок запасть в душу. А он западет в душу. Это мое личное мнение. Я считаю, что сегодня батл состоялся в пользу одного человека. Да, мнения жюри очень разделились, и пошло зрительское голосование. Я тогда отключилась полностью. Часто я получала зрителей, наоборот, больше негатива, чем позитива. Я не то чтобы этого боялась, но я точно не ожидала, что если будет зрительское голосование, оно будет в пользу меня. Я к этому очень долго шла. Когда ты достигаешь этой цели, несмотря ни на что, ну, это не передать словами. Мне кажется, что она заслуженно выиграла, потому что она очень сильно старается над номером, придумывает сама задумки и воплощает их очень хорошо. Крутая. Взрослая она. В игровом мире я никого не видела, как она. Да. Ну, по крайней мере, она уже миллион получила. Да. Он может уже себе планшет купить и телефон, как мы загадывали. Да. Как ребенок, я уже добилась очень многого. То есть. И дальше наступает такой очень смешный момент. Дальше я уже вхожу во взрослую жизнь. Крош Буги сейчас такой очень мощный переломный момент и возрастной, и профессиональный. Она перестает уже быть ребенком. Ей нужно идти дальше. И мне кажется, проект для нее будет очень правильным толчком для того, чтобы повзрослеть и в профессии в том числе. Я такой поставила немножко конец на детской категории. Что дальше? А дальше суперфинал. И я нахожусь в топ-четверке. Я нахожусь в суперфинале самого грандиозного проекта танцевального. Конечно, цель поменялась. Ну, шансы есть. Сейчас скажу, сколько. 30% точно есть. Я сделала просто все возможное. Даже не для того, чтобы победить кого-то, а для того, чтобы просто бомбануть еще раз. Спецэффект. Ты вообще понимаешь, в Голливуде сколько, какие деньги люди платят за спецэффекты, чтобы потом весь мир смотрел и говорил: «О-о-о-о!» А ты меня сейчас за 2 минуты заставила так сделать, ну, 4 точно. О-о-о! Без 3D. Спасибо. Без компьютерной графики. Спасибо. Я хочу, чтобы это увидел весь мир, что вообще у нас такой ребенок в нашей стране вообще. Спасибо.
Мигель, как тебе этот номер? Я, честно, очень боялся того, что Арина выйдет на сцену и опять будет танцевать паппинг. И думал, что ну вот сейчас опять будет, ну, мы это видели уже несколько раз. Но я не устаю смотреть на то, как ты это делаешь. И уже вроде бы купила всем и показала все, но то, как происходило это, ты опять сама ставила, да? Зараза. Еще и сама ставила. Сама ставила. Да, и сама ставила. Ровно за неделю. Прощайся. Ну, что я скажу? Перед нами победитель детской категории. Спасибо, а может быть большое. И суперфинала. А может посмотрим. Быть и суперфинала. Вова. Привет, победитель детской категории. Привет. Привет. Я хочу сказать, что столько в тебе свободы. Ты очень свободный. Маленький и очень свободный. Маленький пока что, но очень свободный человек. И в этой свободе для меня было столько трогательности, на самом деле, столько страсти к танцу. И очень много воображения. И вне зависимости от того, как закончится этот вечер, я чувствую, что у тебя очень большое будущее. Спасибо. Спасибо. Раньше он был продавцом обуви. А теперь он... сантехник. Кто последний был в туалете? Я. Мне нужно знать все, что вы там делали. В смысле? В прямом. Да шучу я. Супер возвращение в новом году. Это что такое? Надеюсь, стриптизерша. Реально стриптизерша. Пойду в битву экстрасенсов. Новый сериал ТНТ. Мне плевать, кто вы. С 10 января в 8 вечера на ТНТ. Я хочу, чтобы это увидел весь мир, что вообще у нас такой ребенок в нашей стране. Спасибо, спасибо. А сейчас на эту сцену я приглашаю Виталия Савченко. Для меня этот проект почему-то ассоциируется только с одним словом – это свобода. То есть все, что я танцевал до этого, это все, что я хотел. Первый баттл мой с Вахо. Резонансный баттл, который вызвал много обсуждения, где я хотел максимально показать себя, напомнить о себе, и поэтому у меня было такое сильное желание доказать, показать всем, вот он я, смотрите, какой я. Но на фоне очень хорошего номера Вахо, возможно, у меня это не до конца получилось сделать. Я выберу сегодня сердцем. Это, конечно, реально круто, но всегда хочется доказать всем, что я лучший. Потому что я все равно считаю, что если ты выходишь, ни у кого не должно даже быть вопросов, почему ты проходишь дальше. Вот четвертый этап, самый, скажем, нервно сомневающийся. Мне было важно хорошо станцевать, потому что были некие проблемы у меня действительно с этим номером. Где-то что-то мне получалось, где-то меня это злило, что не получалось. И мне всегда хочется прыгнуть выше своей головы. Не люблю сравнения. Меня они губят, поэтому вот это тяжело. И вот этот весь груз ответственности, круто станцевать, и что-то то, и то, и то. И вот эти переживания за кулисами, очень от этих переживаний устаешь, они так выматывают, забирают столько сил. Но они помогают танцевать так, как ты танцуешь потом. Начиная с первого состязания, он танцует свой финальный танец. Тот, который можно было бы станцевать уже в конце. И ты думаешь, куда дальше? Он выходит в следующий раз и перешагивает сам себя. Мне кажется, что даже если он победит, он не сможет вкусить эту победу. Потому что мне кажется, что не сама победа ему важна. Ему важно признание. Мне, наверное, важно в целом быть лучшим. Виталий Савченко стал победителем в категории соло. И все равно есть такое ощущение, ну, что это еще не победа. Это как бы есть определенный этап, который я прошел. Мне еще дали шанс, но еще самое основное впереди.
неповторимый бог танца. Вова. Я в целом вижу очень очаровательного человека перед собой, которому я хочу пожать руку и крепко его обнять, насколько как бы из него сочится танец и желание танцевать. Да, из других вообще не сочится. Так, по мелочи. Мне вчера показали отрывок из фильма, где Михаил Барышников снимался с Хельми... Я не помню, как называется этот фильм. Прям отрывочек мне показали, может быть, из фильма, где он под Высоцкого «Белые ночи», танцевал. «Белые ночи», Он танцует на протяжении, по-моему, 3 минуты. И актриса Хельми, она просто смотрит... Там вообще все без слов, там просто идет песня Высоцкого, и она... просто смотрит на его танец, а он просто говорит перед танцем, что я больше не хочу танцевать, я хочу кричать, как он, как Высоцкий. И вот он исполняет 3 минуты под песню Высоцкого. Совершенно невообразимая сцена, и она как бы не может оставить равнодушным всё. Ну, в тебе столько жизни. Меня это... Я просто... Это и зависть, и... Честно, мало видела в жизни людей, которые так любят танцевать. Это правда. Так. Это правда. Виталик, брат, прости. Прости, Виталик. А что за нотки иронии? Да что за нотки иронии у нас тут собрались? Из выпавших соло. Ну что, друзья, вы готовы к решению? Ты невероятная, я тебе об этом сказала. Ты заставляла меня ужаснуться, ахнуть, скрикнуть. И на твоем номере мне было по-настоящему по кайфу. А на твоем номере... Частица меня как будто умерла и воскресла. Опять умерла и воскресла. Для меня этот выбор очень понятен. Виталий Савченко включает голос от Кати Варнавы. А теперь Вова Варнава. Твой голос. Справа от меня такой чистый, искренний и... Главное, что стремящийся куда-то ввысь Виталик. А слева от меня совершенно какой-то юный зеленый росток, который пробивается, и ему тоже... Ну, эта победа, я понимаю, что необходима. На твоем номере, на самом деле, что я почувствовал, что вроде бы это такой entertainment style, папинг, но в какой-то момент я почувствовал, что меня это задело до слез. Поэтому я буду голосовать так. Опа! 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 So interesting! You feel this? You feel this? Все решит Мигель. Грош, ты как это? Птицы, которые выпустили из клетки для тебя этот проект. Я понимаю, с каким... удовольствием ты наряжаешься на каждый номер. Ты так легко на себя навешиваешь разные образы и настолько сильно заставляешь погружаться в эту атмосферу, которую ты створишь на сцене. Даже если ты отворачиваешься и смотришь на зал, то ты понимаешь, что ты находишься в твоем... Это мы находимся все в твоем мире, и нет шансов выбраться. За это браво. Прям браво. Виталик. Вот у тебя вообще все наоборот. Мне казалось, что это будут каждый раз какие-то намудренные костюмами, какими-то образами номера. А тут ты выходишь каждый батл, и на тебе вот все, что есть, это вот так вот. Ну, чуть-чуть света и музыка самое главное, что тебе нужно для того, чтобы танцевать. Вообще не могу оторвать глаза от того, как ты танцуешь. Виталий Савченко
Для меня самое большое открытие – это дети. Вот реально, дети – это просто разнос. Я тут ждал. Ничего страшного. Почему? Почему? Ну, потому что я леди, можно меня подождать. Одна минута пропущения, опоздание, 10 отжиманий. Ты хочешь, чтобы я сейчас 10 отжиманий сделала? 70. Сейчас очень много кто недооценивает детей, хотя в некоторых случаях даже лучше взрослых иногда танцуют. Детское, так скажем, отделение нашего комьюнити, нашей индустрии танцевальной очень обширное, но при этом раньше его как-то не очень сильно афишировали. В танцах возраст – это не главное. Главное – именно уровень подготовки. Мне нечего новое сказать. Поколение. Бойтесь все танцовщики. Бойтесь! Респектуют там где-то сверстники в школе или что-то что такое сверстники? Ну, друзья. Ну, конечно. Автограф просили у меня. А родители что говорят? Ничего не говорят. Ничего не говорят. Но они-то кайфанули тут с вами? Да. У нас на проекте есть еще одна категория, только вы о ней не знали. Это родители. Кто чьи мамы? Мы Снупи Крю. Да, мы Снупи Крю. Снупи Крю. А вы? Я мама Гвоздя. Гвоздь мой. Ну вот мы и встретились наконец. Да. Да. Показали по телевизору. Угу. Какой-то фидбэк прилетел от зрителя. Да, мне очень много написали. И подписчики сразу такие ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, получила поддержки, естественно, хейта получила, потому что, а как без него вообще? Тебя посмотрели 1000 зрителей, и всего видишь один гневный комментарий такой, блин, лучше просто не читать комментарии, и все. Ты мой кумир. И как тебе все это? Ну, вообще замечательно. Тут бесплатно кормят. Ты смотришь на них и понимаешь, блин, они круто танцуют. Что мне нравится в них, что они все еще остаются детьми. Ты еще можешь себе позволить какие-то глупости делать. Ты можешь себе позволить ошибаться. Ты можешь врезаться в стену, сломать зеркало. Да пофигу, ты ребенок, тебе все можно. Это крутой пример для всех детей, как быть и профессионалом в своем деле, и оставаться ребенком. Dance with me, dance with me, dance.
В последнее воскресенье этого года, пока вся страна бежит за подарками, как же мы остановимся? Ровно в 15:30 сядь и посмотри сказку о настоящей любви. Наша спальня. Но вампиры не спят. Она не для сна. Смотри в воскресенье в 15:30. «Сумерки. Сага. Рассвет». Две части подряд на ТНТ. Каждый из суперфиналистов подготовил по два номера на главный концерт сезона. И хотя двое участников уже выбыли из борьбы, мы все равно увидим их выступление вне конкурса. Большое. И я уверена, вам есть что сказать. Хочется сказать огромное спасибо зрителю за вашу поддержку. Она вдохновляет невероятно. Спасибо нашим родным и близким за то, что поддерживают нас. Огромная честь, на самом деле, выступать с такими профессионалами. И мы выступаем не против, а идем рядом. Спасибо большое. Мы с Галей проделали очень длинный путь на проекте. И я бы хотел наше общее желание выразить о том, что мы хотим посвятить этот путь нашим родителям, нашей семье. Без вас не было бы нас. Так же, как и без вас, зрителей, не было бы нас. Поэтому мы счастливы делиться с этой сцены своим миром, своим видением стиля. И последнее, что я хотел бы сказать для всех, кто находится в зале, для тех, кто смотрит этот эфир, когда он закончится, обязательно позвоните маме. Сейчас для вас выступит малышка Крош Буги. Thank you.
Лайнер, что скажешь? Девочка, спасибо за этот праздник, наблюдать за тобой. Спасибо большое. Очень много слов ты сегодня услышала. А мы хотим услышать тебя, крошка. Всем еще раз привет. Сегодня такой прекрасный день. Такая невероятная атмосфера в зале. Отдышись, пусть отдышится. Отдышись. Какая ты классная. Спасибо. Это время подышать, дыши. Я очень благодарна своей семье, родителям, зрителям, которые меня окружают, которые за меня поддерживали. И я очень всех люблю. Спасибо. А мы любим тебя. Спасибо тебе. Новые танцы, они вообще просто абсолютно с чистого листа начали работу хореографа. Ребята все очень круто танцуют, очень круто ставят. Нам нужно всего лишь подправить, всего лишь направить. И тогда случается вот эта вся самая магия. Здесь просто кайф. Люди приходят со своим, да, ты можешь подсказать, потому что у тебя реально большой опыт. Те же вип-хеды, допустим, танцуют, да, они супер крутые в своем, но у них есть некоторые штуки, которые просто им неоткуда было это знать. А у меня, благодаря тому, что у меня такой стаж в виде 7 сезонов танцев, блин, а я знаю это. И вот это уже получается такой классный тандем, и вообще это то, чем мне нравится заниматься. Мы продюсеры хореографии, так мы себя обозначили, потому что мы не совсем прям ставим хореографию. Мы вот обрамляем, мы подсказываем, даем настроение. Мы из них делаем шоу. Здесь каждый номер с каждого этапа должен быть, как будто сейчас идет борьба уже за первое место. Жестко. Это жестко, да, такие правила действительно сложны и жестоки в том числе. Немного странновато поначалу, потому что ты прикипаешь к участникам, и у них, по сути, это один шанс. И очень много крутых ребят просто уходят, потому что крутые соревнуются с достойными. И в этом есть как плюс, так и минус. Потому что я еще охренеть, какие крутые ребята, а их слили. Охренеть, какой ребенок, соло, дуэт, команда, а их они ушли. Нет равнодушных внутри проекта и мало равнодушных зрителей, которые смотрят. Классно. Это есть энергия. Крутой сезон, крутой проект. Люди столько всего увидели. О, знаешь, что я хочу сказать? Пожалуйста, можете это оставить. Вот у нас центр танцевальный есть. У нас такой бум пацанов. У нас приходят вот такие козявки и говорят, я хочу танцевать, как бибой малыш. Они не приходят и не спрашивают, можно нам что-нибудь в стиле ТикТок. Они приходят, они знают, что это будет сложно. Но они увидели, как это может быть. И это их вдохновило, и у нас реально бум маленьких мальчишек, которые хотят быть как бибой малыш. Вот ради этого, я считаю, был создан этот проект. Очень круто. Проект популяризирует танцевальную культуру. Проект делает так, чтобы больше людей узнавало про танец, про разный танец. В нашей стране он точно нужен. Oh, yeah.
путь к заветной цели бывает непростым, но когда есть поддержка, возможно все. Реализуй себя вместе с картой «Халва». Одна карта на все случаи жизни. Подробности на halvakart.ru. Уважаемые телезрители, после новогодних праздников ТНТ покажет новую многосерийную комедийную киноэпопею про маленького сынка, без меня он будет несчастен, неуверенного в себе Женю. Вам нужно разъехаться. На пути во взрослую жизнь Женя будет помогать решать проблемы своих не всегда адекватных постояльцев. Бог, батюшки. И, конечно, влюбится в соседку. В главных ролях Денис Власенко, Варвара Феофанова, Евгения Дмитриева, Виктор Логинов. Это что такое? Надеюсь, стриптизерша. Реально стриптизерша. Пойду в битву экстрасенсов. В новой комедийной киноэпопее «Мне плевать, кто вы» с 10 января в 8 вечера на ТНТ. Итак, сейчас на сцену со своим финальным номером. Перед вами выступят огни. Конечно, команда Агнии — это, ну, такая команда-история. Настя придумала стиль, и этот стиль стал мировым известным направлением. То, как они себя демонстрируют, то, какие номера они делают, ну, это феномен. Это синхронность, это филигранность в исполнении, этот механизм хореографический. Агнии — это новый магический продукт. Создан, запатентован, российский. То, что они делают, это действительно очень эстетически, это очень тонко, и это очень философски. Это именно то направление, и это именно то исполнение, после которого у меня не просто мурашки, у меня эмоциональное потрясение. Как можно на стрипах станцевать, сделать спектакль за 2 минуты? Это вообще офигеть круто как. Ну что сказать? Это Агни. Все. Путь Агнии также, мне кажется, как и начало их творчества. Когда они пришли на какой-то чемп, и все над ними так подсмеялись, а потом они этот чемп и выиграли. Я правда восхищаюсь тем, как они прошли вот этот путь свой на проекте. Видна эта командная слаженность, опыт. Опыт в постановках и режиссуре. Ну, они до 7-го пота убиваются в залах сутками. И результат, конечно же, виден и очевиден. Мы знаем, как они работают, мы знаем, сколько они тренят. Командная работа, она самая сложная. И то, что делают они, на каком уровне делают они... Столько лет. Да, мне бы очень хотелось, чтобы они победили. Они заслуживают победы вообще, как никто пройти, в принципе. Мы хотим и надеемся, что победят Агнии, потому что они этого достойны. Очень большое уважение к людям. И хочется, чтобы они сами получили вот ощущение, что их путь был не зря. Они действительно посвятили какую-то часть жизни этой команде. И это действительно тот рубеж, к которому они пришли все вместе. Агни принципиально победить и поставить жирную точку, потому что после этого сезона официально команда существовать больше не будет. И, естественно, хочется уйти на максимальном пике. Это такая большая история, цикл, который заканчивается вот прямо сейчас. Волнительно, что вот-вот настанет та минута, когда мы закончим последнее движение и как бы вместе больше не потанцуем. Огромная благодарность друг другу за все. Просто вспоминаешь, сколько мы прошли. Не знаю, просто вот, ну, пришел такой момент, чтобы быть такой командой, как мы, и сохранять такой уровень, мы должны от многого отказаться. Сейчас с нашим возрастом и с нашими семейными положениями и желаниями это просто невозможно. Финальный номер будет танцевать только основной состав, который в команде 8-9 лет. Это состав, который, в принципе, создал стиль. И я хочу станцевать вместе с девочками последний раз на сцене, последний номер, обняться, поцеловаться, а свои 7 миллионов может кто угодно забирать. Слышал, с каким грохотом мои волосы падают ей на плечи. Это грохот водопада жарким вечером.
не меньше. Ей было вполне достаточно пряди одной, чтобы оказаться в лучшем наряде. Красивые шмотки, чего ради. Я сейчас вспоминаю, и мне кажется, мы были зверями, животными. И если это порог, то цельтесь камнями в сплетение передних и задних лап, а не рук и ног. Лучшее время, если есть оно, стоит на месте. Я к тому, что время тогда не шло. Можно было лежать, вдыхать холод через окно. И видел в глазах ее белое, черное и тонкое красное полотно. Спасибо вам за этот путь. Девочки, увидимся с вами через несколько минут. Спасибо. Все, не надо. Ну что ж, а сейчас мы увидим последний танец первого сезона «Новые танцы». Виталий Савченко! Несомненно, то, как танцует Виталик Савченко в категории соло, несмотря на то, что там были классные танцовщики, не танцевал так никто. Мне кажется, он победил, потому что он просто был... Мы сейчас не берем движение, которое он делал, что-то еще, просто он был полноценнее, чем другие, в плане, да, как вот весь комплект брать, и у него как будто было все. Мне кажется, поэтому он и дошел до финала. Как говорится, везет сильнейший. Если я сейчас буду нахваливать Виталика Савченко, это понятно. Вы просто вырежете это, потому что это понятно. Он великолепный танцовщик. И я согласен, он один из лучших танцовщиков в нашей стране. Я с ним не знакома, я его не знаю. Я знаю, что он машина для убийства. У него очень крутая пластика. Вообще просто жесть. Бомбическая. Я когда смотрела номер, я просто такая, вау, как ты делаешь это со своим телом, боже. Он классный, он крутой, он много работал над собой, он заслужил это, я считаю. Он реально боженька, contemporary dance. Если ты боженька, то, ну, в плане танца, мне кажется, ты должен не то что всегда поддерживать этот статус, но еще и увеличивать. Я в Виталике это не совсем чувствую. То есть он хорош всегда стабильно на одном уровне. Типа, мне кажется, что когда меня так называют, боженька, меня стебут. Я наработал какие-то вещи, но если разобраться чисто, знаешь, по такой хорошей танцевальной технике, то у меня много очень пробелов. Я уже их принял, то есть я не могу себя назвать прям супер профессионально техническим танцовщиком. Я не идеален, это 100%, но это мне не помешает. В свое время он не забрал то, что ему причитается. Он пришел еще раз доказать и сказать, что, ребят, наверное, вы ошибались. Из вас троих я остановлю свой выбор
на том, кто, мне кажется, заслуживает этого уже давно. Я буду восстанавливать историческую справедливость. Виталик. Зрители присудили победу Ильшату! Конечно, это такое прикольное завершение вот этой проектной истории для Виталика, которая началась еще тогда, давно, в первом сезоне, когда он остановился в шаге от победы. Искренне за него болеешь. То есть ты хочешь, чтобы у него все получилось. Но мне кажется, что он тоже хочет поставить точку и уже не ходить ни на какие конкурсы, никуда, а просто для себя поставить такую... Не точку в карьере, ни в коем случае, а вот именно с точки зрения каких-то доказательств кому-то, чего-то. Что для меня значит победа, я пойму чуть позже. Потому что сейчас это, знаешь, такое очень неосознанное. Мне кажется, это победа просто как... Что я на своем пути, и я правильно все делаю. Я бы с ума сошел, если меня так тормозил. Что-то скакануло, и вот он сейчас там будет теперь сидеть. Но он же не перегорит, не должен. I hope. Умереть вот сейчас прям. Я хочу, чтобы этого не было. Можно же, да, спуститься? И я предлагаю вам скидку, как первому клиенту моей новой компании. Как быстро я могу увидеть сумму? Буквально 2-3 дня после перевода. Хватит! Простите, я не вам. Большие деньги, Дима. Когда отдашь-то? Ну как я могу отдать, если я не помню ничего? Вы меня извините, но дело тут не в алкоголе. А ты обманщик, Дима. Может, это вообще все игра, и вы никакой не псих. Вы не волнуйтесь, я стопроцентный псих. Держи состояние, держи. Снова.
Может быть, хочу улететь я с тобой. Шел ты осенней листвой, птицы за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Спасибо тебе за этот путь. Спасибо за этот финальный танец. Спасибо. Ну что, уважаемые судьи, теперь все зависит от вас. Катя, начнем с тебя. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам за то, как вы это делаете. Я по-прежнему настаиваю на том, что вы должны идти дальше. Но мое сердце отдано ему. Варнава. Я надеюсь, что мы все понимаем, да, что перед нами чудо с правой стороны, чудо с левой стороны. И можно вас поблагодарить, ребята? Я волнуюсь. У вас есть вкус, что я очень люблю и ценю. И вы сформировали свой какой-то невероятный стиль. И мне кажется, что когда вы разделились, какой-то пауэр ваш пропал. Мне кажется, ваша сила в том, чтобы вместе. Вот что мне кажется. Я по-прежнему считаю, что прошлый танец не был танцем победителя. Первый, который я посмотрел сегодня. Но второй ты прорвал. Ты просто прошел сквозь эту сцену, сквозь это пространство. Мой выбор будет такой.
это красиво! Какой достойный финал, ребята! Но прежде чем мы услышим речь абсолютного чемпиона, хочется услышать, девочки, вас, Агнии. Ну вот и закончена эпоха команды Агнии. Это решение... Это решение мы приняли еще до того, как мы сюда пришли. Мы решили разойтись. Мы взрослые, нам уже много лет. Мы не бросаемся такими словами не потому, что мы не хотим быть вместе, а потому что пришло время. И мы рады, что мы закончили наш... Здесь... Девочки, это был такой красивый путь. Это правда больше, чем про танцы. Спасибо вам за этот путь, за все то, что вы сделали для танцевальной культуры нашей страны. Спасибо. Спасибо. Я прям пару слов еще, не знаю, от себя просто скажу. Хочу поблагодарить Настю. Что когда-то мы к ней как чисто случайно, возможно, зашли и остались вот так надолго. Мы будем дальше также развивать стиль, вкладывать туда также просто чуть-чуть по раздельности. Просто не будет уже тех самых огней, которые когда-то, 9 лет назад, появились на сцене в России и даже в мире. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, а теперь слово чемпиону. Абсолютный чемпион. Виталий Савченко. Я был на разных местах. И часто бывало... что раньше считал своими большими поражениями, и то, что ну, действительно я не понимал, что делать дальше, когда ну, где-то проигрывал, где-то еще что-то. Но теперь я понимаю, что это все был такой мой опыт, благодаря которому я вот есть такой, какой я есть. Я не лучший. Много хороших танцовщиков. Много. Я прекрасно все понимаю и знаю много таких. Но сейчас я просто хочу поблагодарить свой путь, который у меня был. Я переживаю, потому что один мой друг мне сказал, блин, а если ты выиграешь, вдруг ты остановишься. Но я не хочу останавливаться. Поэтому я только иду вперед. Все. Спасибо. На этом первый сезон проекта «Новые танцы» на ТНТ подошел к концу. Увидимся с вами скоро. Пока. Пока.